I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить своему дневному рациону, показать и рассказать вам, что я кушаю во время активной фазы подготовки к поединку. Итак, на примере сегодняшнего дня хочу, или предыдущего дня, хочу вам рассказать, что я кушал за целый день. Например, утренний прием пищи составлял, происходит у меня так. После сна, после пробуждения я обязательно выпиваю 2 стакана теплой воды. Иногда с лимоном, иногда нет. Через полчаса после этого я обязательно принимаюсь к завтраку. Это обязательно омлет с овощами, там помидоры, огурцы и так далее, доступные, которые продаются в продаже. Обязательно овсяная каша, именно сваренная, которая из геркулеса. Вот. Что я могу туда добавить? Опять же, это на любой вкус. Я добавляю, стараюсь какие-то ягоды добавить, замороженные, например. Да? Опять же, в магазинах везде продаются. Я добавляю туда кунжут, добавляю, могу добавить орехи любые, там грецкие и фундук. Добавляю корицу по вкусу. То есть, достаточно такой приятный и вкусный запах. Завтрак плотный, а мне хватает достаточно провести до обеда очень хорошую тренировку с таким приемом пищи, с такими калориями. Итак, после тренировки я обязательно выпиваю, опять же, литр воды, да, во время тренировки, после тренировки стараюсь, чтобы этот литр, там, полтора выпил. Принимаю комплекс витаминов и БЦА за полчаса до приема пищи. На обед. Что я стараюсь кушать на обед? Это обязательно рис, бурый рис, да, мало обработанный. Это рыба, говядина, курица и обязательно салат из помидора, огурцы и зелень. Но это мой самый универсальный обед, который доставляет мне удовольствие и питает мой организм всем, что нужно. Итак, после приема пищи обязательно после обеденный дневной сон. 1,5-2 часа. Это очень важно спать во время тренировочного процесса и восстановление сном это самое важное. Итак, после сна что я могу покушать? Обязательно я пью китайский чай. Пуэр, тигуанинь, основные сорта я назвал. Я могу что-то покушать сладкое. Это обязательно там шоколад, горький шоколад. И мое любимое блюдо это татарский чак-чак, который производит там мед и тесто, например. Я пью его с чаем, я заряжаюсь энергией и еду. Перед сном я от своего желания могу, например, выпить 250-400 миллиграмм кефира. То есть, без кефира я не могу, кефир я вообще сам по себе люблю. То есть, и при этом он полезен для желудка, для организма в целом. И сон. Например, сегодня после тренировки вот так выглядит мой сегодняшний обед. Это 200 грамм риса, это говядина, это куриная грудка и один огурец. Обращу внимание, без кожуры. Он очищенный и сложен в бокс. И сейчас будет уничтожен мной. Спасибо. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новые видео, оставляйте комментарии. Будем вместе сильнее.